Всем привет, с вами Midjs. Продолжаем Black Mesa, да, потому что у меня опять отобрали геймпад. Чего вы хоть, чего вы сюда пришли, блять? Кто вы такие? Я вас не звал, идите нахуй, блять. И продолжаем Black Mesa, да, не проходит Resident Evil 5 на ветеране. Движуха, короче, да. Когда, блять, он надоест уже. А, кстати, что хотел сказать, помните, я говорю, что Black Mesa вышла в Steam? Так вот, конечно же, там улучшили графику, блять, ее затенили. Ну, в смысле, серьезно, я видел скриншоты, там сделал освещение, это, блядь, более темное. Блядь. Вообще, я не понимаю, зачем 3 года тратить на, блядь, какое-то улучшение. Графика можно было запилить просто зен. То есть, конечно, локацию игры, блядь, но нет. Нужно улучшать графику и втирать, блядь, за новую версию в Steam спустя 3 года. Серьезно, разочаровывают меня. Все подряд. Вообще бесит. Почему все так бесит, блять? Я очень надеюсь, что я так же бешу всех, это будет равноценно. Потому что какой-то пиздец. Project Cars тоже говно какое-то, судя по отзывам и так далее. Ну, в принципе, я ее не ждал, я только сюда, когда ее еще выпускали там на разных стадиях, выкладывали скриншот с охуительной графой и все. В этом я думал, что весь смысл Project Cars, а в итоге смысл еще меньше, чем ожидалось. В общем, все меня печалит. Давайте продолжим. Сколько я помню, у нас была. По рельсам называлась новая глава. То есть там типа пешком по шпалам на юга, парам-парам. Ну вы поняли, да. Я совершенно не помню. Воу-воу-воу, зачем такой ремикс сделать мне? Насколько я помню, ничего интересного. Ну ладно, попробую здесь. Вряд ли будет именно в помещении, где нужно будет только делать иногда, блять, какие-либо конечные остановки. Что? Эй, ты где? Привет! Ламар! Сука, ты не Ламар! Так, хорошо. Ты тоже дену, о, четко. Так, ну видимо у меня дохуя шотган, раз оно даже его не берет. Хорошо, вот даже подлечимся. Нелогично будет воду спустить. Но я думаю, у меня такая плавающая вагонетка будет. Хорошо, давайте попробуем. Вот здесь можно регулировать скорость, о чем я тупил тогда, когда проходил первый раз. Но явно не туда, явно не туда. Там не 3D дверь и так далее. Я не думаю, что можно будет останавливать здесь, где, там, где не нужно. Поэтому... Воу-воу-воу. Да вот и... Сука! Сука! Ты мою вагонетку украла! Вернись! О, она хорошая, она ждет меня. Она прям как собака. Ненавижу, блядь, собак. Ну ёп... Ты просто можешь на нее залезть? Как все сложно. Хорошо, я больше не попадусь на такое. Ни за что. И будет, что я опять сейчас с нее слечу, но мне как бы не дают. Почему? На полную давай скорость. Что-то все слишком спокойно. Не к добру это. Да? Нет? Что? Не знаю, зачем здесь нужно останавливаться. Угу. Хуй тебе. Хуй тебе. Сука, тебе повезло просто. Просто повезло. Окей. Он разозлился, видимо. Бум. Это как, короче, не знаю. Вау, ти... Умная вагонетка, мне нравится. Но вижу, там уже есть ламары, поэтому... Тут я что-то пока не хочу. Ладно, что не работает, хорошо. Наверное, нужно вот здесь выключить, да? Там мне вообще нужно. Хорошо, можно сбегать вот так вот, посмотреть, что там. Собачки! Нет. Не надо так делать. Хорошо. Ничего интересного, да? На этой вагонетке мы явно никуда не уедем. Что, здесь, надеюсь, откроется сейчас дверь? Угу. Ну, вас нахуй, у меня песню патрон на вас тратить. Я больше не попадусь на это дерьмо. Так, отлично. Здесь пол тоже ничего не работает. Ну, хорошо. Хотя бы брони возьмем и поедем дальше. Так. Хорошо. Если теперь здесь ты откроешься... Было бы странно, если нет. Уху, прямиком в вещерье. Ну, блин, ты... Стоп. Одна розета. Где вторая? А. Я, честно говоря, очень смутно все помню, как всегда. Но все же что-то еще помню. Так, теперь нужно обратно. И, по-моему, нажать кнопку. И нам... Да, блядь, сказал нажать кнопку, а не проебаться мимо лестницы. Нужно опять обойти. Нужно сохраниться, потому что ну, какая-нибудь хуйня произойдет. Нет? Что?
А! Я же не убрал. Точнее, не подрубил, что я, собственно, пытаюсь сделать. А, мне страшно, блять. Хорошо, что мне было страшно. Ну и что? Кто там телепортнулся? Вон нам спускается, она с лифта, типа. Ну и! По одному в очередь, сукины дети. Блять. Нахуй пошел. Это за того чувака, который мне пизданул, блять, за километр. Ой, нахуй, я поехал отсюда. Вперед, вагонеточка, к победе. Что? Какого? Логично было бы нам ее поднять, наверное. Что там удумал, блядь? Блядь, не так. Я так не могу стрелять, черт, вот я тут преувеличивать, так скажем. Я попал. Еще раз попал. Так, что-то мне это не нравится, если честно. Почему я не могу ехать? Ладно. Хорошо. Эй. Нехорошо. Эй. Можно теперь пройти-то где-то? Я заблокирован вообще. Там какая-то хуйня ползает. Ебать. Можно обратно ехать? Это проблема, на самом деле, что я... Ой, здесь невидимая стена. А, нет. Я пиздобол. Что-то мне это не нравится. И что теперь? Как открыть теперь ее? Ты жив? Нет. А ты? А в хвост тебе, сука. У меня духой патрон, который некуда девать. Я даже это сделал. А! Теперь это все даже блять. Кто еще? Кто еще здесь? Ну кто здесь еще? Где ты? Сука, это ты, да? Ты вернулся оттуда, чтобы меня еще раз ебануть? Ну ничего. Вот теперь у меня проблема только в одном. Я уже залип на рельс. О, блядь. Блядь! Ну почему? Что, блядь, я если... Как это можно было предусмотреть? Я вот забыл, например, открыть дверь. Ну, я поехал в стену. С кем не бывает. Фу. Хорошо. Ладно. Забьем. На полной скорости. Что-то я слишком, по-моему, часто трачу револьвер. Потом мне это скажется, я думаю, в будущем. Ну и что? О, она сама поехала. Отлично. Я думаю, что локация не такая маленькая, ну как всегда, как и все здесь. С какой стороны будет какой-нибудь еблан. Что? Что? Я снял ее с револьвера, это, блядь, теперь я не знаю, что мне делать. Если меня сейчас убьют, то я вот загружусь таким здоровьем. Ну, может, я, наверное, аптечу. Там аптеча, ну как ее возьмут, когда... Когда я вообще не могу ничего делать. Я не могу от нее оторваться. Да, я не... А, могу. Эй, вот это вот совсем не по-христиански, да? Да? Я не помню такого дерьма. Хорошо, пропустился. Так, можно вас брать? Эй, я тебя всего лишь взял! Ну вообще... Хорошо, я когда я что-то придумаю, то я вернусь. Я сохранялся. А, ну да, близко. Давайте, блядь. Ну в общем, как-то так. Здесь было три пушки. Я в итоге там спрыгнул, по лестнице залез, но слишком гладко это не получилось. Ну да ладно, поехали отсюда нахуй. Нет, чтобы просто сделать рубилу там на рельсах, но нет, может быть, нужно останавливаться. Вот теперь еще и загрузка. Не знаю, сегодня успею я пройти или нет. Честно, не знаю. Но может быть успею. Честно, не помню, что будет дальше. У меня такое право в памяти XN, которого здесь не будет. Там была, на самом деле, забавная локация, почему они не доработали, не знаю. Там всякие фишки с телепортами, всякие ебаки прикольные. Блин. Радует, что все еще делают ремейки такие.
Нахуй вас! Меня нет! Вообще нет! Нет! Тихо. Тут было на самом деле даже очень страшно, что мы не попали. Что? Я психанул просто. Сори. Что, блядь, произошло? Тихо. Блядь. Даже на рельсах, блядь, сделан напряженный уровень, сука, пиздец. Вот, подствольники вот. Чем хорош этот автомат, так это подствольник. Все. Здесь никого нет. Где вы там меня хотите что-то сделать со мной? Где? Я даже не понимаю, где вы. Бесполезная дрянь. Так. Так. Страшно, что надо переключаться, и в ящике со мной ничего нет. Где моя мотивация? Думаю, с кем там ебашится, но я подожду. Вартигон-то ходим пере... А, привет. Правильно, переебашь друг друга, я обожаю, когда так. Нет, все-таки Вартигон-то, а не я. Ожесточенная борьба просто. По-моему... Ты издеваешься, я вообще даже не стреляю. Кто это, блядь, сделал? Сука. Ловите, блядь. Снова психанул. Это вообще так не пойдет. Ну постарайся. У меня очень выгодная позиция. Если меня только не обойдут с тылу. Может, не додуматься, я надеюсь. Пам-парам-парам-парам. Я помню в третьем Хитмане, который назывался Contracts, я однажды встал за дверью и убил весь клуб. Это было забавно. Так. Хорошо, настало время точечных выстрелов. Вы что, охуели? Вы где? Вы что, издеваетесь над мной, да? Я хотел точечный выстрел. Туда нам явно ни к чему. Хорошо. Я так и врываюсь, короче. Какие игры, блядь, я вас потерял? Ты ёб твой стул еще заебал меня уже. О! Чувак, я... Извини. Чувак, извини. Прости меня. Ты косишь под Гитлера? Ну и нахуй тогда тебя. Так, под Гитлера он косит. Сука. Да блядское мещанство. О! Я получил ачивку, блядь, сам того не ожидал. Сука, единственный минус револьвер, то что он заряжается, как, блядь. Сейчас я опять Тихо. Спокойно. Все. У меня ачивки, я убью гражданского, да. Но это может тоже за эту ачивку там, типа, убийца Гитлеров или что-то еще. Все. Как ты это сделал? Блять! Ну ахуе. Да ебать! Дайте я пробегу за аптечек какой-нибудь. Да, блять, он еще раз в меня попал. Нет аптеч. Эй! Да ладно, ну хотя 7 счастливых часов, поэтому я сохранюсь. Да. Тут должны быть какие-нибудь аптечки-то. Холодильник. А я нет. У меня один выстрел, мне пизда. Риск, блядь. О, блядь, я думал, ты живой. О, отлично. Ну, хотя бы так. Сколько я понял, там остался какой-то один еблан. Я нашел патрон револьвера еще раз. Радует. Так, он был где-то... Это вот там. Ха-ха-ха. Сука, укрылся там, тварина. Вот я еще была аптечка. Все? Я надеюсь. Вроде как да. Ёб-твою-бай. Угу. Привет. Ну вы-то хотя бы с одного выстрела дохните, не прячься за укрытием, тупые вертигон.
Джа, блять. Джа-Джа Бинкс. Так. Пора взять, по-моему, вот эту штуку. Я уже проебал все подствольники. Воу-воу-воу. Я успел это сделать? Да. Все, я надеюсь. Куда я опять вообще пришел? Это не моя вагонетка. Верните мне мою вагонетку. Хуя здесь нет? Блин, как мне пишет, что я застреваю вот в этой штуке, блять, адол просто. Использовать пулемет. За Вьетнам, сука! За Вьетнам! По-моему, что-то не так, да? Что, блядь? Зачем мне этот пулемет? Он, блядь, тупой. Ладно. Я пройду дальше и вернусь. Зачем пулемет? Я просто опять психанул, потратил подствольник, и все умерли. Это верно решение всех проблем. Как он вообще нужно было крутить? Охуенно. Ну нахуй, у него тут углы, блядь, тупые. Я не могу так стрелять. Чё делать-то? И чё? Короче, я понял, что... Я сейчас сразу побежал, короче, туда, когда меня начали обстреливать. И это, блядь, это дверь сюда. То есть, если то, что я думаю, то это пиздец. Да, это помните, мы там шли? И нет, это уже другая хуйня, сейчас я проверю. Да, это здесь же. Ну вы поняли, где. Я уже спустился. Гениально. И что? Чё мне нужно сделать-то вообще, не пойму. Даже. И что мне это все дало? Зачем я сюда вообще пришел? Чтобы что-то включить? Ну, кола. Здесь можно, помню, кола, она даже фонтанирует. Как артезианская скважина. Ну, почти. Так, о. Ну, отлично. Даже была. Была даже броня. Нет, не разбивается. Я опять ничего не понял, если честно. Слишком много помещений непонятных. Мне нужно вообще... О, вот сюда, не сюда. Тут нет ручек. Тоже... Угу. Что? Что за хрень? Мне высадил столько пули, она сломается, блядь, одного лома. Ну да, против лома нет приема, я понял. Я все ничего не понял. Почему у меня просто не поехал бы? А, ну да. То есть эта вагонетка уже все, да? Да нужно хотя бы что-то открыть. Да нет. Проползти там, я думаю, тоже будет странный вариант. Ну, не буду пытаться, как обычно, странность текстуры и все, и пиздец. И что вы от меня хотите? Хм. Что-то я опять забыл, может быть здесь? Нет. Хорошо, ищем какие-нибудь переключатели, типа того. Но пока ничего такого не наблюдаю абсолютно. Нет. Бля, только ящики какие-то подметрали, в них ничего нет. Совсем ничего. Нет. Вот это как просто обходные пути. Ну, я пособираю патроны. Но здесь тоже нет. Еще раз. Я же тупой. Так. Да нет, ну я пытался. Ты нужно в хлам офисного, блин, мешается мне. Пришел обратно, я запутался, куда вообще. А, все, нет. Трупы, 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 да-да-да. Что-то как-то вот это, что ли, фигня значит, как наверх подниматься, стоп. Либо все-таки я долбоеб, это совсем не тот путь наверх, про который я думаю. Хорошо, давайте это проверим. Вот. Тебе нужны такие проблемы? А, нет. Я долбоеб. Блять, такое все одинаковое, серьезно, ну правда. Неужели да. Ну хорошо, хоть не оставляйте меня без здоровья. Так. Да. Что ты делаешь? Да, это было логично, что здесь не может быть такой же путь наверх. Но для меня нет. Ладно. Так. Нет! Дурацкие. Сука, теперь я флуоресцентный горный фри... Да ёб твою мать, ты заебал, блядь. Ты заебал. Красиво зато. Ага. Теперь
Теперь мы поедем в другой вагонете, да? Чего от меня хотите-то? Ладно, постараюсь просто спуститься. Потому что сейчас опять допрыгаюсь и, блядь, и сдохну. Четко. Так. Так, ну хорошо. Долгий путь домой. Тут появись кто-нибудь, блядь, здесь. А на чем я поеду сюда? Что? Нет. Оху! Какой-то, блядь, Рэмбо. Блядь, что? Кто это сейчас сделал? Кто это, блядь, сейчас сделал он там? Думай, тешь себя мыслью, блядь, что здесь все клир. Где они? Что за ебаный лифт, как в Биошоке в каком-то? Ну еще бы. Ведь я стилусный. Нужно типа нажать здесь. Чё? Не знаю, что я сделал. Какие вы наивные, а? Я не помню только куда и где. Хорошо, попробую наверх. Сука! Ой. Так, ладно. Какие-то лифты. Лифты для слабаков. Что, блядь, меня хотят? Даже ничего не было. Чем делать такие охуительные места, в которых ничего нет? Да ладно. Мне не нравится этот лифт, короче. Нет. Нет, я передумал, чуваки. Сори. Здесь нужно шкериться, я понял. Вы же не полезете вниз. Ладно, сохранюсь даже. Блядь, ничего не понимаю. А. Ты там, да? Блядь, я хотел стрельнуть в какую-то хуйню, а я думал, это человек. Ну, как обычно, в общем-то. Ты где ты меня видишь, блядь? Чего, блядь? А. Хорошо, я попробую. Что? Куда ты стреляешь? Я попал наконец-то. Хорошо, ничего не понял, ладно. На этом лифте можно вообще ехать? Или это так? Что? А. И нахуй, мне не нравится этот лифт. Все? Сейчас я обойду на всякий случай. Я не понимаю, что происходит. Так. Не буду ничего взрывать на этот раз, но хорошо. То есть вы хотите сказать, что нужно что-то нажимать было на каждой из этих, блять, кнопок? Ну хорошо, нажмем уж сейчас. Коль сразу не нажал. Чё-то это вообще лифт или что это? Видимо, да. Блять. То есть и потом. Ну хорошо. Нажмем на этом этаже. А! Я понял, фиг. Как я теперь дальше нажму-то? Что-то не так, стоп. Это еще и загадка. Я запутался. Пробуем нажимать, то есть по очереди. Да, вот теперь все правильно. А то бы я так не попал бы назад, я так думаю. Ну и теперь вот здесь. Теперь это все правильно. Зато я в спокойной обстановке теперь все нажму. Вау! А, это ракета? Это не лифт, это ракета? Ну, он был она была похожа на лифт, да? Или нет? Ладно. Что? Я опять не включил секундомер. Блин, что происходит? Мне нужно было быть там, нет? Надеюсь, что нет. Ну, мне сказали запустить ракету вручную. Я запустил, все. Или только поднял ее просто. Я хочу посмотреть, как она улетит. Чего вы от меня хотите? Куда мне идти? Что-то открылось.
Может, теперь нужно нажать? Ну, ready. Вы слышите? Это я делаю? Кто это делает? Хорошо, ладно. Давайте еще раз обратно слазим. Ну, тогда все понятно. Так. Ну, допустим. Стоп! Где? Хорошо, что она останавливается, когда я ухожу. Это несомненно радует. Нужно немножко подзарядиться, что-то совсем не очень все хорошо. Ну почти. Так хорошо. Может, даже успею сегодня пройти. Чё? Я прям остановился прямо на загрузке, ну просто, как обычно. Хорошо играть, когда у тебя стерта память. Это как, знаете, там, хотелось бы стереть себе память и еще раз почистить себе уши. Не знаю, что-то типа такого. Куда вообще ехать? Что происходит? Не, больше мне нравится уровень, когда все-таки пешком, потому что каждый раз искать вагонет какую-то. В принципе, теоретически можно здесь и этот уровень проходить пешком. Но это было бы тупо, но я бы мог так сделать. Ты меня сохранил прямо вот, чтобы я вниз сейчас поехал. Тихо, нахуй. Пусти меня. Я уже знаю такой опыт, блядь, с этим пушками ебаным. Так что я лучше здесь полезу. Это будет очень сохраннее. Есть тоже такая штука, наверное, есть, да? Нет, я зря здесь лез. Суки. Неужели здесь вообще ничего нет такого? Ну ладно, я просто подстраховался. Как обычно. Я что-то хочу сделать, ничего не происходит. Поехали, чё. Нужно доехать до ракеты, как должно быть, как минимум быстро, нет? Пока вроде никого нет. Что? Они сломали мою вагонету! Я вас даже не вижу. Так, нахуй, надо свалить отсюда. Да охуеть, как они так попадают-то? Блять, все сломали у меня, мою вагонету сломали. Я не думал, что ее можно сломать, на самом деле. Вот они так бегают, вот я, блядь, бегаю, меня все попадают. Да вот даже... Да, блядь! Сука! Да! У меня есть еще револьвер. Кто же будет нашим везунчиком? Ты, сука! Окей, не ты. Ну, в ногу я как-то умудрился попасть, хорошо. А, был один патрон. Там еще один еблан. Эффектнее, по-моему, ходить с пистолетом. Ебаный автомат, блядь, ни на что не годится. Вот видите? Гораздо эффективнее, блядь. Как будто это меня по ребрике бесит, пиздец. Я его убил, жесть. Так, ладно. Может быть, здесь что-то есть? Пожалуйста, какую-нибудь аптечу. Ура. И три граната аж. Я понял, что пистолет лучше оружие. Хорошо. Вы научили меня этому. Мне нужна замена моей вагонете. Так совсем не по-христиански. Да ёб твою мать. Да какого хуя? Блять! Блять! Все, я возвращаюсь к истокам. Ну, в общем, да, их было двое. И я это даже сделал. Даже с автоматом. Че так быстро-то? Ой. Да. Двойная порция, блядь, дерьма, давай. Цени одного. Так, там была дверь какая-то. Это не та дверь. Ехали что ли с автоматом? А, у них была вагонетка на автомате. Ну, короче, вы поняли. Так. Вроде как нам сюда. Что? Это дверь! У-ху-ху! У-ху-ху!
Я вас послушаю пока, хорошо. И покурю. Может, кто-то знает, кто я такой? Потому что сам я, к сожалению, не могу себе этого объяснить. Это было очень тонко, ну да. Так, чем вас лучше ёбнуть? Я ни разу не пользуюсь этим дерьмом. Нет, пользовался против ебаки. Растяжками я особо не пользовался. Что-то как-то у нас небольшой выбор. Вы закончили, господа? Ловите плотненькую, блядь. Кажется, я... А вон ракета там. По-моему, не стоило было это делать. Ух, ебать. Динамика, короче. Ну давайте. Кто еще? Все? Это вся ваша база? Но я так не думаю. Ладно, даже опять сохранюсь, как идиот. Эта хуйня, блядь, что перезаряжается по 100-500 лет. Вот это очень хуёво, потому что на таких расстояниях я нихуя постоянно не вижу, откуда меня вообще стреляют. Они меня всегда видят. Я уже обрадовался, что это револьвер, блин, патрон. Пока меня никто не видит, хорошо. Но я их уже слышу. О, у тебя была аптеча. Мне типа показывают, как стрелять, мне это никак не помогает. Давайте на скорость, короче. Да хуй там был. Блять, я опять застрял в этом дерьме. Да. Дрочить меньше будешь, блядь. Да сука! Я это даже сделал. Как мне запрыгнуть вот? Блядь. Пиздец. Ладно, еще раз сохранюсь, господи. Не такое было. Так. Что-то вас многовато как-то, нет? Здесь должно быть что-то грандиозное. Эта дверь открывается. Блять, такая же дверь меня наебала. Нихуя нет. Меня все наебывают. Так, я уверен, что их там еще, блять. Так, меня уже близко к ракете, что мне нужно прям к ракете подбежать или что? Ну на вас нахуй! Я не вижу ничего. Блять! Это было предсказуемо. Ладно, короче, как я куда-то более-менее пройду. Ничего интересного не будет, кроме, блядь, спецназа моих смертей, поэтому... Скоро вернусь. Ага. А, в общем, после моих смертей пяти смертей, если удалось это, блядь, сделать. Тут даже была аптечка, ах ты, сука. Так, надеюсь, это все. Что? То есть мне не нужен был к ракете, да? Совсем-совсем. На всякий случай. Все. Ну ракета же. Нет. Что тут? Просто нажать здесь и все? Или в красную дыру нужно идти? Я не хочу уйти в красную дыру, это плохо закончится. Я уже потерял. О. Так, все, тихо. Хорошо, давайте пойдем сюда. Что? Интересно, где я буду? Как мне сломать стекло, когда... Чтобы меня не услышал, может как-то вот так? Теперь. Да, могу в тебя стрелять, да. Ну и что теперь сделаешь? Неплохо. А второй? Блять! Ёбаный, блять, мутант! Что за хуйню вы творите? Ах, тихо, мне нужно успокоиться, блять.
Так, все, я спокоен, блять, какой меня шуганул, ты был пиздец. Давно я так, блядь, дернулся, бро. Прям как ты. Так. С таких странных позов все. Что вы здесь, блядь, делали? Снимали Harlem Shake или что? Нет. Точно не ломается. Ломается. Я могу здесь пролезть. Я не могу. Ну, теоретически же могу, ну ладно. Это не всегда работает. Так. О. О! Отлично. Спускаем ракету уже, на сегодня хватит, уже опять почти 40 минут. Уже. Давай. Тоже заюзало-то, блядь. Так. Стоп, что? А. Все, я запустил ее. Сейчас мы увидим шикарное зрелище. Двадцать секунд осталось, и это меня напрягает, потому что может быть какой-нибудь пиздец. Нет? Все нормально? Кто не придет даже? Вон оттуда можно, могут прийти же. У чувака подходит голос для того, чтобы объявлять запуск ракеты определенно. Оу, щит, мэн. Вау. Я, кстати, забыл, зачем мы это делаем. Ну, ладно. Гордон вот вообще говорить не умеет, да я просто забыл. Просто запустить ракету в небо, да? Красиво. Ну там фейерверк какой-нибудь, что ли, спецэффект, как у Спилберга, нет? Ну, хотя бы как у Майкла Бэя. Ну давайте. Что это, блядь, было? Оно открылось. То есть мы запустили ракету, чтобы открыть себе дверь. Это умное решение, Гордон, я тебя хвалю. Давайте уже следующую главу, тогда уж. Мне кто-то нужно, чтобы меня здесь открыли. Чё? Чё тебе мои глаза не нравятся? Хорошо, давайте искать какого-нибудь блядского ученого. Нет, не нужно никого искать. Мне не нравится это. И что? И что теперь? И чё, а куда мне идти-то? Что мне делать? Я даже не на чём могу отсюда ехать? Ну хорошо, давайте пешком. Ты работаешь? Нет. Мне это совсем не нравится. Блять. Знаешь, что я застреваю постоянно? Так, можно вниз, хорошо, я запомню. Ящик вообще таки не буду лишь разбивать, бесит меня. Какой-нибудь ништяк, да? Нет. Самые подходящие места для ништяков, здесь нет ништяков. Это, блядь, странно. Блять, хотел перепрыгнуть типично, тихо. Да. Так. Почему ты не можешь просто допрыгнуть сюда? Хорошо, давайте вниз. Тихо! Главное, чтобы не в меня. Только не в меня, как говорят. Да, так говорят. Так. Мне нравится, что там есть аптечка. Я даже рискну. И даже две растяжки. Блять, что теперь вы от меня хотите, а? Так, хорошо. О! О! Неужели я нашел? Я нашел то, что о чем можно ехать. Ну и вот это прокачанная, блять, мне экзибит уже прокачал вагонетку, вот. Даже скорость, и она онлайн. Это логично. По-моему, сейчас должна закончиться глава. Я очень на это надеюсь. Но мы же все еще как бы на рельсах, поэтому не факт. Не факт, не факт. Что же будет дальше? Везет тем, кто недавно... Нет, ну относительно, ну не 15 лет назад я проходил, все знает, блядь. Но я нет. Я уже давно склероз. Я постоянно забываю ключи, там, все всякая фигня, это первые признаки. Да, такие дела.
Что еще, я уже не знаю, что говорить. Давай быстрее крутись. Наверное, на сегодня все-таки хватит. Да, мрачные предчувствия. И на этих мрачных предчувствиях мы закончим. Все. Так. Вот теперь не думаю, сохраняться мне или нет, потому что сзади меня какая-то хуйня. Ну ладно, так и быть, я сохранюсь. Не знаю, почему я до сих пор не беру зафри... А, у меня нет геймпада, да. Точнее, он есть, но нет. Но нет, можно считать, что нет. Так, пока не пройдут Resident Evil 5 на ветеране, мне ничего не светит. Такие дела. Ну, может быть, завтра днем, а у меня выходной, может, что-то успеть сбрить, а может и нет. Так что, не буду, как обычно, пиздоболить, чтобы не быть пиздоболом де-факто, как говорится. Всем спасибо, всем удачи, с вами был JS. Пока.